Недавно просмотрел первое интервью, данное антиармянским пропагандистом в России некогда, Фуадом Аббасовым, который сейчас репатриирован в Азербайджан и находится в Баку. И меня поразило кое-что. Я не знаю, видели вы это интервью или нет, но советую посмотреть, довольно-таки много там любопытного. Так вот, азербайджанский корреспондент спрашивает у Фуада Аббасова, а на что вы жили в Москве? Ну, понятное дело, что когда он принимал участие в различных телепередачах, за это платили гонорары, но это не те гонорары, на которых можно было жить. Ну, приблизительно, скажем, за один съемочный день на Первом канале эксперт может получить, скажем так, от 10 до 20 тысяч рублей. Это на Первом канале, на канале России чуть-чуть больше, на НТВ меньше того, чем на Первом канале, а на других телеканалах так и вовсе 5-6 тысяч, не более. Соответственно, не такие уж и большие деньги он получал, чтобы жить на эти деньги. Так вот, Фуад Аббасов честно ответил, что жил он в Москве, содержал свою семью, снимал квартиру, заметьте, на те деньги, что высылали ему его соотечественники, подписчики, зрители. Он имеет свой канал Мисра ТВ, который не закрылся, естественно. И как бы вот раз в месяц, значит, он объявлял какой-то донейшн, и ему высылали деньги, кто сколько может. И судя по тому, что он умудрялся жить на вот эти вот деньги, содержать свою семью и снимать квартиру, и снимать офис, где он делал этот Мисра ТВ, то представляю, какие это были суммы. Но то азербайджанский пропагандист. А я армянин и не пропагандист. Я лишь доношу правду своим зрителям, в числе которых не только армяне, но и представители других национальностей, которые мне часто пишут. И просить я ни у кого ничего никогда не просил за все эти 6 лет, вы сами тому свидетели. Были некоторые люди, которые изъявляли желания, они были и есть, изъявляли желания, которые высылали какие-то свои средства небольшие. И, конечно же, спасибо им большое, но чтобы объявлять какой-то сбор для меня, такого никогда не было. Ну, во-первых, еще раз скажу, что я армянин, и для нашей национальности это как-то даже стыдно сидеть с протянутыми руками. Во-вторых, чем мы отличаемся от них? Тем, что у нас есть своя голова, и мы можем сами зарабатывать благодаря своей светлой голове, что-то делать, что-то предпринимать для того, чтобы где-то заработать, а где-то на эти деньги, допустим, что-то сделать, какую-то работу, чтобы снова вам подать. Так и живет, в принципе, и антитопор. То есть мне приходится, опять-таки, благодаря своей голове что-то создавать, что-то переиздавать или что-то написать, чтобы на свои деньги издать и предоставить вам, чтобы вы могли это приобрести, купить. А эти же деньги, опять же, не заработок. Сами понимаете, книжная продукция это не такая большая вещь, чтобы на них можно было жить или заработать. Да? И эти деньги, которые вы приобретаете, продукцию антитопора, уходят на издание еще каких-либо интересных книг, которые давно не издавались, как у нас, например, это было «Резня в Сосуне» или «Резня в Баку», или, допустим, тот же «Мой календарь вокруг света армянского», который я предоставляю уже вашему вниманию второй год. В 2019 году, и вот продолжение вышло на 2020 год. То есть это единственное средство заработка антитопора, на деньги которых я могу чего-то дальше делать. Снова переиздавать, снова ездить,
снимать для вашего внимания, об истории Армении, об армянских общинах и так далее, и так далее. И вот на этот раз снова вышел календарь за 2020 год, настенный календарь «Вокруг света армянского». Кто в прошлый раз приобретал, те знают, отзывы вроде бы были положительные, ни одного плохого отзыва не было во всяком случае, хотя я готов выслушать и нелицеприятные отзывы, возможно, для того, чтобы улучшить качество. Тем не менее, 2020 год тоже уже есть, он тоже будет очень интересный, понравится вам. Если вы еще не приобретали, можете приобрести себе или в подарок на Новый год вашим друзьям, и армянским, и не армянским тоже, и родственникам. Календарь пока, к сожалению, только лишь на русском языке. Его могут приобрести не только жители России. Правда, им, конечно же, проще, потому что жители России вот здесь под этим видео, которое вы сейчас смотрите, вот чуть-чуть, если ниже опустите глаза, там будет надпись и ссылка, как можно приобрести этот календарь. Перейдете по этой ссылке, там будет, значит, номер банковской карты, на которую нужно будет выслать сумму. В сумму, кстати говоря, входят и почтовые расходы тоже. Вот. И по России легко это можно отправить. Что касается людей, которые живут за пределами России, это в странах СНГ или в Соединенных Штатах, в Европе где-то, то, в принципе, это тоже несложно сделать. Вам нужно написать на электронную почту, которая тоже имеется вот под этим видео, можете посмотреть. И я вам расскажу ваши действия, как его приобрести, если вы мне напишите на мою электронную почту vadar@mail.ru. Что в этом календаре? Как и в прошлом году, в календаре «Вокруг света армянского» за 2020 год, единственная лишь разница в том, что здесь появились аннотации, вверху моя аннотация, а внизу аннотация Александра Лапшина, блогера-путешественника и известного российского журналиста Аббаса Джумы. Далее, значит, страницы по всем месяцам, круглый год, по датам вас будут сопровождать какие-то маленькие статейки о происходящем некогда в этот день в истории мирового армянства, армянской истории, культуры, открытия ученых в разных странах мира и так далее и тому подобное. Ну, например, скажем, вот я родился 1 июня и могу посмотреть, что было 1 июня. Читаю. Значит, 1 июня 921 год. Триумф победы царя Ашота II Железного над саджикским эмиром. Ашот II принимает титул царя царей Армении в знак своей гегемонии. Вот это из истории Армении. Ну, смотрим, 3 июня. Иранский полузащитник Гарник Шахбандари становится победителем года Asian Cup по футболу. Это из области спорта. Из области экономики, бизнеса. Смотрим, 21 июня. 1899 год. Купец Иван Аведов открывает первый в России крупнейший маслобойный завод. И можно и по другим месяцам все это просмотреть. Вот, например, 8 августа 1874 год. Барон Людвиг фон Аретин из армянского княжеского рода Баварии избирается депутатом Рейхстага. Ну и так далее. По всем страницам, как вы поняли, здесь и деятели науки, искусства, культуры, из области истории. Я думаю, вам будет довольно-таки интересно. Хотя в прошлом году, в 2019, те, которые приобрели
календарь, они сказали такую любопытную вещь. Это все так быстро на одном дыхании читается, что мы не стали дожидаться года, просто сел и прочитал за один раз, а потом этот календарь висел. Но все равно полезно, заходят гости, смотрят, читают, не армянские, естественно, гости. Смысл еще этого календаря в том, что по ним не только можно изучать историю и, значит, не только историю Армении, но и историю армянских общин в разных странах мира, их достижения и прочее. Но и, значит, вся полезность заключается в том, что это календарь-справочник, и он будет пополняться из года в год. То есть его не нужно будет выкидывать, он поэтому именно такого формата, а не какого-то другого. То есть на пружинах и прочее, потому что на пружинах сохранить очень сложно. А это в виде журнала. Его потом можно будет собрать в стопку за все годы, и это вам будет энциклопедический такой справочник, который вы сможете передать вашим уже потомкам. Поэтому приобретайте, я сделал подарок вам, а вы уже на те деньги, которые приобретете, естественно, внесете свой вклад в развитие антитопора на эти деньги, которые будут куплены, эти календари. Я буду печатать и создавать дальнейшие календари, книги, которые давно не издавались, последний раз выходили, допустим, 100 лет назад, а то и 150 лет назад, давно забытые книги других авторов. Ну и, конечно же, ездить по различным городам и странам, делать интересные репортажи, зарисовки о жизни и деятельности, истории армянских общин в разных странах мира. Вот, к примеру, в ближайшие месяцы, в конце января, я отправляюсь в тур по армянским диаспорам Южной и Юго-Восточной Азии. Я побываю в Мьянме, в Бангладеш, в Лаосе, в Непале. И наснимаю, расскажу вам, как сейчас там живут армяне в этих экзотических странах и какое наследство там ими было оставлено. То есть это тоже все будет из этой суммы. Поэтому, уважаемые армяне, не скупитесь, тем более дело к Новому году, и приобретайте себе и друзьям. Все подробности по ссылочке, которую я вам выше уже сказал, под этим видео. До свидания.